Так, попробуем сейчас побить то, на что практически многие из вас всегда напарывались, а потом уже не напарываются, потому что знают, что я это делаю. В свое время у меня это неплохо получалось, этот обманный удар на соревнованиях. Тут самое главное, все должно быть через обман. Вы должны заставить противника поверить в те действия, которые вы хотите сделать. Ну, образно говоря, в первом атаке. Вот в данной ситуации это обманный удар, когда корпус, да, и потом сразу голова. У Александра Поветкина коронный прием этот есть, но он у него, как правило, с наскоком идет. Но это надо сделать через обман. Через обман в корпус. Если вы сначала просто ударите вот так прямой, а потом вот так, сила удара потеряется. И, в принципе, потеряется время. Противник успеет сориентироваться. Поэтому ваша задача сделать таким образом, чтобы он поверил, что вы будете постоянно бить в корпус. Поэтому это делается с дальней дистанции каким образом? Двигаемся. Двигаемся. Вы периодически дергаете корпус, голова. Раз, пробили. Аккуратненько, прям не нацелись. Не делая даже на то акцент, что вы хотите там балл заработать. Просто постарайтесь, чтобы он именно почувствовал именно этот удар. Опа! Опа! Вот! Вот и все! Вот! А ты ждал, что следующее я сделаю обман, и ты поставишь руку. Вот, видите, фишка? Заставьте его поверить в это. Не через прямой удар. Смотрите, тут надо обозначить, а потом как бы дернуть, и в какой-то момент дух туда. Я всегда делал акцент на один удар, но тут можно и как бы сделать сразу двоечку, да? Но делайте сейчас акцент. Поэтому первый номер. В любом случае, тут как бы технику на лапах, но смысла нет. Поэтому сейчас просто вы, первый номер просто двигается и защищается. А ваша задача, левой ручкой постоянно работаем нормально. Можно боковой ударить, можно задний, одиночный. И в какой-то момент попробовать. Попробуйте дернуть тух. Понимаете, это... У меня же тоже это не сразу стало получаться. Я потом где-то в голове продумал, как это надо делать. Понятно? Задача обмануть. Разные фишки есть, там дернуть сюда, но это стабильно, обманная. Попробуйте вот именно вот это, тух. Тут надо именно... Вот как бы вы показываете всем телом туда, ну и сразу. Тут еще, естественно, конечно, решает скорость.